motherfucker. What's up, ребятки? С вами канал Ali Game, Let's Play Rocket Alien Isolation. Что? Что мы делали? Мы делали что? Мы приносили аптечку для Тейрел, Тейлор и Сэмюэльса. Нам сказали, чтобы отсюда свалить, потому что туда валить обратно нельзя, потому что там существо некое инопланетное, оно же Aliens, оно же чужое, короче. То нам нужно куда-то там валить через что-то транзитное как-то. Вот, для этого, чтобы что-то свалить, надо сходить. В общем, нам нужно попасть в пульт управления транзитом, вот этой транзитной линии, чтобы... Короче, чтобы, да, задействовать вот эти вот штуки транспортировочные, нам нужно попасть в панель управления. Вот, собственно говоря, мы туда и отправимся. С нами будет это Рикардо, походу. Не знаю, почему он Рикардо. Что мы делаем? Мы, пока Тейлор отдыхает, я не знаю, что вообще, как она, так. Мы идем дальше. Мы идем к транзиту. Для этого мы сейчас подойдем, сохранимся. У нас есть тут замечательное сохранение. Мы, собственно, замечательно сохраняемся. У нас вообще все замечательно выходит. Да, и двигаемся дальше. Неспешно так. Но я, кстати, удивлен, что существо наше чужое, инопланетное, еще пока сюда не добралось. Хотя тут масса вообще моментов, через которые она может добраться, и мы ей ничего не сделаем. Например, вот дырка. Она может спокойно выпрыгнуть, добежать туда и все. Но она почему-то этого не делает. Она почему-то ходит там, где что-то... где вообще не надо ходить. Она обитает там, где никого нет. А там, где есть, она не хочет обитать. Вот такая вот замкнутая штука у нас получается. И мы что? Мы смотрим направо. Направо все как-то закрыто. Есть топор, мы его не можем взять. Вот. Зато у нас есть электрошокер, который не работает. Вот. И здесь у нас что? Здесь у нас заблокированная дверь. Сюда крест. Типа входа дальше нет. Мы открываем с вами двумя кнопками. И нажать А. Каждый раз какая-то новая фигня. Итак, мы разблокировали дверь и двигаемся дальше. Что нас ждет за этой дверью, пока неизвестно. А за этой дверью нас ждет, в смысле, лифт. Я думал, там будет ждать нас просто дверь, а это лифт. Ладно, отправляемся, куда нам нужно отправиться. Отправиться нам нужно в центр управления транзитом. Мы там уже были. Итак, мы пригнемся, потому что мы не знаем, что нас здесь ждет. Нас ждать здесь может все, что угодно. Слышите? За дверью что-то есть. Реально, за дверью что-то есть. И пока непонятно, что там, потому что стекло очень запотевшее, чем-то зачерневшее, и там что-то прям происходит. Но я думаю, что когда мы вот здесь что-то активируем, то это что-то, это окажется чужой, который там за дверью просто уже... Он меня видит, мы уже выяснили, что он видит все прекрасно, и что он просто, когда мы активируем здесь панель управления, то он появится, и нам нужно будет вот здесь вот поиграться в догонялочки. Включить транзит. Здесь у нас какая-то штука. Тут восклицательный знак. Мы не можем уехать или что? Восстановить подачу энергии. В натуре, смотри. Точно. Нормально. Я, ну да, все. Вот там вон эта тварь. Да ясно. Вон там вот эта тварь. Вот здесь у нас что? Здесь у нас центр управления. И мы должны активировать что-то вот здесь. Чтобы там снова заработало. Кто-то все вырубил. Кто-то все вырубил. Давай посмотрим, кто что это вырубил. Я знаю, что ты здесь! Офигеть. Заткнись ты, гребаный робот! Итак, у нас появился какой-то тип. Он вооружен револьвером. Я не пойму, здесь что, фетиш на револьверы? Других оружий не бывает. Походу, он нихера не вспалил. Очень внимательный, наблюдательный. Он меня, кстати, в упор не видит. Но нам нужно все равно включить панельку, да? Что ты наделала? Цель обновлена. Включите транзит. Есть. Теперь нам нужно, походу, наверх, чтобы... Может быть, ты свалишь куда-нибудь другое место. Тебе что, ходить больше негде? Отлично, давай, иди вниз. Резкий аппарат. Обновляется, походу. Да, все, он ушел вниз. Это наш шанс. Есть, мы запустили все.
Так, мы здесь все запустили, теперь что? И нам больше, походу, ничего не нужно делать, да? Нужно, походу, отсюда валить. Так, все, он уходит. Мы тоже валим. Нам было здесь очень замечательно, очень хорошо. Но время, как говорится, он опять сюда возвращается. Не пойму, у тебя что тут микросхемами раскиданы? Что вообще происходит? Нихера себе, у меня полужопия торчала, он даже этого не увидел. Тут нужен резак. Где я тебе этот резак достану, я не знаю. Что я упустил? И как я упустил, что я не могу... Офигеть. Вот это, наверное, и ритак и есть, да? Ну, похоже, по крайней мере, на плазменный ритак. Нихера себе ты ранку расковырял вообще. Так разве можно? Нельзя ковырять, дай зажить. Так, ну что, что поделать? Ну, плохая свертываемость. Компьютер. У нас компьютер. Так, запустить транзит. В смысле? Алло! Пожалуйста. Я вас прошу! Без рук только. А как ты сюда пришел вообще? Почему ты? С чего ты решил? Как ты понял? Как это вообще произошло? Почему он сюда пришел? Я вполне серьезно, я же, ну, нормальный. Ну, в смысле, стоял себе. А он, а видишь, как он? Он там понял, что ничего. И сюда, а тут сразу все. Но все равно. Не знаю, что здесь произошло, но что-то здесь произошло. Это явно очевидно и невероятно. Давайте сохранимся. Отлично. Плазменный резак. Вот он. Наконец-таки мы нашли этот загадочный предмет, который нам так везде необходим. Что ж, тогда выдвинемся дальше. Я так полагаю, нам нужно разрезать вот здесь вот, вот эту штуку. Слушай, как прикольно, а? Как, слушай, классно вообще. Мне это нравится. Это прям... Ощущение, что ты прям участвуешь в процессе. Это прям... Ты участвуешь. Круто, слушай. Прям водишь так. Класс. Прям молодцы. Мне нравится. Очень, очень, очень круто. Прям погружаю. Итак, разрев вот эту вентиляцию, я так полагаю, это вентиляция, а у нас батареек нет. А почему? А фонарик? Линия заработала, работала. Мы вас ждем. Все, я иду. Без меня. Тут проблемы, я не смогу вернуться быстро. Подождем. А Тейлор? Не ждите, я догоню. Как скажете. В смысле, не ждите, я догоню. Я вообще-то рассчитывал, чтобы быстро отсюда уберемся. Почему ты решаешь все за нас? Я не пойму. Что за вот это вот самодеятельность? Решаешь ты, а жопа рвется у меня. Я не в смысле, как это? Мы взяли какой-то предмет. Я так полагаю, это какая-то карточка с доступом. Женька, нам нужны припасы. Берите все, что найдете и у кого найдете. Я нашел хорошее местечко в жилой зоне. Там мы сядем и будем ждать помощи. Ребята сейчас заваривают вентиляционные люки и вырубают лифты. Надо выстроить оборону как следует. Людей больше не берем, а вот еду, воду, лекарства и оружие, пожалуйста. Чтобы выжить, мы должны забыть про жалость. Кто-то где-то забаррикадировался. Мы попали в какую-то комнату. Я пока не понял. А, мы вот здесь. Точно, мы же попали. Вот оно, что, куда мы попали. И теперь нам что? Нам нужно теперь вернуться на транзитную станцию. Для того, чтобы вернуться на транзитную станцию, нам нужно понять, с какой стороны нам зайти в нее. А сойти с этой стороны можно. Но мы помним, что на транзитную... У транса какие-то люди. Осторожней там. А нам конкретно в... А нам в транзитку, вон в самую дальнюю, да? Какие люди? Я не пойму. Ты о чем? Давайте спрячемся, пока будем ждать транзит. Хотя да, теперь пошел, ты здесь. Еще позже, еще позже. Вот двое. Или даже способ отсюда выбраться. Трое? Или четверо? Закроемся в пятеро? И будем спокойно ждать. Пятеро. Хотя подождите. Раз, два, три. А где пятый? Четыре. А кто пятый? Кто пятый? Не, нормальный. Вы решили прям вот, вот именно здесь остановиться. Поворот следует до жилой башни. Соломон. Ладно, поехали к Синклеру, раз велел. Сейчас лучше держаться вместе.
Я в это уже не верю. Дожидаемся, пока эта тварь ничто не остановит. Ничего. Так, двое ушли. На мушку. Я ее сделаю. Три ушли. Четыре ушли. Все четверо ушли, можно двигаться, но их было пятеро. Мы это прекрасно помним, да? Жилая башня Соломон. Я иду к тебе. Выход галереи Соломон. Штаб службы безопасности и жилой зоне. Итак, мы прибыли на станцию Соломон. Жилая станция, жилая что-то там. Здесь уже есть наши друзья. Надо с ними встретиться и узнать, как они добрались. Все ли с ними в порядке? Ну а все ли с ними в порядке и добрались ли они живыми или по частям, или в целом вообще есть они или нет. Мы знаем с вами в следующих... Мы это узнаем с вами в следующих частях нашего с вами прохождения. С вами был канал Легенды Своей Рак. Увидимся, ребятки, пока.